Для кличек очень мало кличек. Вот эта вот сука похожа на своих предшественников по гасанской линии, по линии отца, на шевеле Камалию и шевеле Карася. Они сейчас в племенном составе питомника Чакасы, являются одними из лучших производителей собак туркменских линий. То есть она очень сильно похожа на Камалию, на Карася. Покажемся. Тихо, не мешайся. Мешайся. Давай покажемся. Молодец. Молодец, да. А тут девочка Хоппи нашей тети, нашей, вернее, бабушки. По гасанской линии у отца, у Гасана, есть тетка Зифа. Она идет тоже по этим линиям каракеле. Собака Перчанского, она вот копия в детстве, вот это наша собака. Она, кстати, стала чемпионкой России, несмотря на то, что она кровная туркменка. Эта девочка мне очень сильно похожа по окраску, характеру, по форме головы. Хотя сейчас вот у нее вроде какая-то невзрачная головка, на самом деле здесь плавный, хороший переход, красивый окрас, выраженные глаза и хорошая анатомия. И по психике они... Собаки очень спокойные. И сейчас у нас работают работники, строят дом, всякие звуки издают нехорошие. Тем не менее, вот собаки очень хорошо себя чувствуют. Они первый раз здесь, на этой территории. Выбери специально для фотосессии. Идите, покажите еще. Кстати, вот этот стук, это тоже тестирование на психику. Собаки не должны бояться таких. Они должны, наоборот, постоянно махать и радоваться. Даже как она выстрела. Девочки, идите сюда. Они очень внимательные. Будут хорошо поддаваться дрессировке, если не запустите. То есть это один из моментов дрессировки, социализации. Игры с детьми, с игрушками, с гремящими предметами. Отличные конечности, отличный косяк, очень крупные собаки. Мама и папа очень спокойные по психике. Охрана лаем, очень грозным лаем. Смелые, хорошие собаки. Ну и девчонки все, конечно, родители.